Федору Григорьевичу Углова, родственникам и внуку, и так сказать, другим коллегам, которые сделали памятник прекрасный, добились того, чтобы сквер получил имя Федора Григорьевича Углова. Я хочу сказать, что, конечно, Федор Григорьевич в университете имени Павлова звезда первой величины, которая входит вот в десятку, уж точно он не выходит за десятку самых-самых ярких звезд, которые были в нашем университете. Это мы в музей сохраним. Это вам возвращаем. И давайте вот так вот мы сделаем. И поаплодируем. Достойный бюст. Памятник в 2014 году сделал наш преподаватель Анатолий Гордеевич Дема. Вот. И вот нам очень приятно было тоже продолжить, так сказать, работу над великим человеком, уникальным специалистом, профессионалом в своем деле. Очень надеемся, что вот данный бюст он будет неким символом для кафедры. Молодцы. Спасибо. 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 Известно, что для того, чтобы получить нормальное, то есть получить полноценное призвание, нужно жить, признание нужно жить долго. Вот. Но этого мало. Надо все-таки жить долго и плодотворно. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Поэтому, конечно, это легендарная личность, и даже вот то его, так сказать, такая подвижническая деятельность на общественном поприще, она тоже всем запомнится. И так сказать, мы можем иногда шутить над формой, которую он там добивал. Но по сути-то правильно. По сути, он же обратил внимание, сейчас какая работа развернута по снижению там, потребления алкоголя в стране, и она в 3 раза уменьшили за последние 15 лет количество потребляемого алкоголя на душу населения. Это, честно говоря, но население готово, потому что были подвижники, которые об этом говорили, и один из них наш Федор Григорьевич Углов. Федор Григорьевич в последнее время перед уходом переживал, говорил, что вот я уйду, и никто обо мне не вспомнит. Вот если бы он сейчас был... Основная эта цель кафедры будет и сотрудников кафедры. Это именно формирование мировоззрения личности врача-хирурга у наших учеников. То, к чему стремился Федор Григорьевич, исследовать его заветом. И учить нашу молодежь жить так, как жил Федор Григорьевич Углов. Спасибо. Федор Григорьевич – это не только просто хирург, блестящий хирург, но кроме того, это пример врача. Для нас, для всех – и терапевтов, и акушеров, и врачей других специальностей. Это был пример служения своей основной профессии, врачебной профессии. Спасибо. Мы иногда стремимся к каким-то новым операциям. У нас есть возможность поехать куда-то, посмотреть, как другой хирург выполняет, или посмотреть в интернете, в конце концов, и выполнить эту операцию, уже зная, от чего отталкиваться. А Федор Иванович, и хирурги того времени, в принципе, так, не так их много было, они делали операции с нуля. Только, может быть, прочитав, а иногда даже просто по идее. Им пришла идея, и они ее реализовывали. Для нас Федор Григорьевич был, прежде всего, учителем. И той обстановки, которая вот была на кафедре в те годы, я, пожалуй, не встречал и сейчас не встречаю ни на одной кафедре. И, конечно, вот проходят годы, и ты все больше понимаешь нехватки этого человека рядом. Потому что он нам давал опору, он давал нам совет, он нас воспитывал. Но мы дошли до возраста теперь, что сами уже воспитываем. И надеюсь, что тоже стремимся те традиции, которые нас заложил, донести. По крайней мере, все, кто его знал, все, кто с ним проработал, мы это выполняем. Федор Григорьевич человек уникальный, хирург еще более уникальный. Это вообще гений хирургии. Специалисты, хирурги
мирового класса, называли его Паганини в хирургии. Спасибо, Александр Степанович. Спасибо еще раз, дорогие друзья, что вы все вместе с нами.